Сегодня Молдову посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Высокопоставленный европейский чиновник прибыл в Кишинев из Бухареста, где тоже находился с официальным визитом. Шарль Мишель высоко оценил стремление Молдовы в борьбе с коррупцией и выразил надежду, что к концу этого года страна сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Шарль Мишель также заявил, что государства-члены Евросоюза, возможно, введут санкции в отношении беглых молдавских олигархов. Сейчас идет работа над необходимыми правовыми актами. В других странах, таких как Соединенные Штаты и другие, существуют определенные специальные правовые рамки, дающие возможность решать конкретные проблемы. И мы работаем над тем, чтобы понять, возможно ли на уровне Евросоюза разработать некоторые правовые инструменты, которые позволят нам лучше вооружиться и поддержать наших друзей и партнеров в борьбе с коррупцией. Так председатель Европейского совета ответил на вопрос о возможности введения Евросоюзом санкций в отношении молдавских олигархов, сбежавших из страны. Примером представлялись Соединенные Штаты и Великобритания, объявившие о применении пакета ограничений для Илона Шора и Влада Плохотнюка. На протяжении некоторого времени это обсуждалось в Европе. Шарль Мишель также поздравил Молдову с тем, что стране уже удалось предпринять в области реформирования судебной системы, при том, что, по мнению некоторых политиков, продвигается реформа юстиции очень медленно. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня у меня была возможность получить дополнительную информацию по этой теме. Мы всегда готовы предложить поддержку и опыт Европейского Союза. К концу года Совет должен будет принять решение об открытии переговоров. Политическое решение будет принято с учетом отчета, который будет опубликован комиссией. Я искренне надеюсь, что к концу года это станет возможным. Это значит, что Высший Совет Магистратуры также должен стать функциональным и эффективным, чтобы получить положительную оценку для обсуждения в Европейском совете к концу этого года, когда будут начаты переговоры. Майя Санду и Шарль Мишель обсудили также саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 июня. Ожидается, что к нам прибудут главы 50 государств и правительств, а также другие официальные представители европейских стран. Как принимающая сторона, мы хотим, чтобы этот саммит стал продуктивным и значимым мероприятием, которое будет способствовать поиску решений тех проблем, которые стоят сегодня перед Европой. Мероприятие будет посвящено вопросам, связанным с миром, безопасностью, экономической устойчивостью, действиям по борьбе с изменением климата, а также взаимосвязям в Европе. Председатель Европейского совета уточнил, что в прошлом году ЕС оказал Молдове финансовую поддержку в размере более чем в 1 миллиард евро. Это второй официальный визит Шарля Мишеля, прибывшего сегодня в Кишинев из Бухареста. Впервые европейский чиновник приезжал в Молдову в мае прошлого года в связи с развязанной Россией войной в Украине.